Thank you.
Наш отельчик вечером. Бассейник. Лежаки. Лес. Пойдем? Мы залезли вечером на крышу отеля. Но это, конечно, делать нельзя, там было закрыто, мы открыли, пробрались, мы все-таки спецназовцы, ФСБшники путиновские. Короче, с крыши вид вообще офигеть. Луна. Лунная дорожка на воде. Видео наверняка не передаст, как она красиво там расходится, как будто солнечная, да? В общем, круто. На Афанду наступает ночь довольно-таки быстро. Везде тишина. Солнце зашло вот за эти горы. Внизу территория отельчика, бассейн и бар. Наверняка все пьют. Пока все пьют, мы лазим. Вот такие вот мы спецназовцы. Что ты говоришь? Штырь торчит. Да, я вижу его. Аккуратно. Спасибо. Дай пять. Дай пять. Мы же команда, дай пять. Чего? Ты как знаешь, звезда как... Типа, знаешь, такая... Звезда, ее снимать нельзя, короче, такая. Не снимайте меня, не снимайте. Папарацци. Короче, тут, походу, этаж еще будет делать. Так, ладно. Вот, мы идем обратно. Двери. Тихо. Ну, проберемся назад, подожди. Куда? Вперед? Мега замок, конечно, ломать было очень тяжело. Все. Ну, а там прямо пройти будет наш номер. Ладно. Спецназовец дома. Thank you.
Вот так вот на самом деле. То есть, умная темнота.